В Южном Дагестане собирают сливу. Значительная площадь сливовых садов расположена на территории Магарамкентского района. В муниципалитете планируют получить за сезон до 10 тысяч тонн этого фрукта. Собранный урожай уже реализуется на рынках, торговых центрах республики и других регионов России. Вкусная, транспортабельная. Сливу можно употреблять как в свежем виде, так и для заготовок на зиму. В отдельных хозяйствах с каждого гектара собирают до 30 тонн плодов. Самые популярные сорта – Раджабли и Победа.